Праздничные концерты, творческие познавательные программы для взрослых и детей состоятся 7 и 8 июля в городских и сельских учреждениях культуры, парках, библиотеках и клубах по месту жительства. Так, 8 июля с 8 часов утра во всех православных приходах будут проходить божественные литургии и молебны о счастливом замужестве и семейном счастье. А на главной ремесленной улице в 12:45 откроется праздничная программа мастеров арт-сообщества семей мастер-классами, аквагримом, выступлениями театральных и вокальных коллективов. В 17 часов на уличной сцене «Ракушка» выступят народные ансамбли, а завершится праздник в 20:00 просмотром мультфильма «Под открытым небом» на Центральном пляже. И я напоминаю, что партнер выпуска – детский развлекательный центр «Акуна Матата».